Обещал показать лестницу, когда мы снимем опалубку. Вот уже прошло время. Даже недели три прошло. Начнем снизу. Такой фигурный полукруг получился. Забежные ступени. Одна нависает на окно. Выдавила. Гипс перешпаклевывать потом. Откос. Поспешили. Точнее, мы не знали, что будет лестница. Хотели металлическую оставить. Вот так вот сверху выглядит. Что вышло по материалу? Где-то 35 материал, 45 работа. Итого 80 тысяч. Все ровненько, на гребеночку плиточку ложить. Но в данном случае у нас здесь не плитка будет, а захотел заказчик дерево сверху ступени сделать. Ну, еще решается вопрос. Вот. Снизу будет шпаклеваться. То есть вот эти торцы все будут шпаклеваться, низ будет шпаклеваться. Вот. Красится. Грубо говоря, практически финиш. Немного убрать вот эти перепадики. Вот, понятно, конечно, равнять будем, но все равно это небо и земля. Все аккуратненько. Так что, кому интересно, пишите комментарии, скину координаты. Кто живет в Волгограде, сразу говорю. Ну, рассматривает варианты выезда в Москву. Так что вот так. Все, спасибо за просмотр.